В Одинцовском округе задержан 35-летний уроженец Ростовской области, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. В арендованном доме и хозяйственной постройке, расположенных на участке в деревне Папушево, полицейские обнаружили 19 кустов, а также пакет и пластиковый контейнер с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что содержимое пакета является наркотическим средством, каннабисом, марихуаной, массой около 400 граммов. Возбуждено уголовное дело.